И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен, и мы продолжаем проходить такую замечательную игру, как Король Лев. Красота какая у нас тут происходит. В предыдущей серии мы с вами сбежали с земель родного королевства, и теперь мы с вами в этих замечательных краях, куда нас приволокли Тимон и Пумба. И вы послушайте, какая музыка. Я не помню, куда мне идти. Ты мне пройти дашь? Нет? Нет. Что ты такая надоедливая? А я, честно говоря, плохо помню, куда здесь идти. Но примерно представляю. Не могу. Так. Да ела-пала. Сейчас нам нужна эта жизнька. По-моему, вот так вот это надо сделать, да. Замечательно. Потому что в предыдущей серии мы растратили все, что мы забрали вообще. И нам бы, кстати, не помешало вот эту штуку взять, потому что у нас жизнек мало очень осталось. Рожа такая. Это, конечно, предыдущие все уровни были не так страшны, как тот уровень, который нас ждет. Потом... Даже не следующий, а после следующий, кажется. После следующий. Ой-ой-ой, отстань. Вот, вы помните, да, под эндовской версии вот эти вот страшные вещи? Но здесь как бы... Можно снизу начинать, а можно начать отсюда. Отсюда попроще, как вы, в общем-то, понимаете. Мы проиграем. Мы как пить проиграем. Я всегда это... Ненавижу вот этот уровень вот из-за вот этих штучек. Мне жутко нравится здесь музыка. В дендивской версии я ненавидела этот уровень вот именно из-за вот этих. А в сеговской я еще ненавижу его еще и потому, что здесь помимо этих бревен есть еще одна страшная вещь под названием горилла. Или кто она там, бабуинище какая-то там страшная. Слушайте, мы, по-моему, не двигаемся вообще наверх практически. Хотя не двигаемся. Они так быстро все катаются. Опа, все, супер. Так, там есть какая-нибудь жизнь? Вроде нет. Так, внизу что? Ага, паучишка. Так, вот это страшное место, которое... Нормально, да, так? Ладно, вот она, эта обезьяна страшная. Бабуинища какая-то, блин. Так, ладно. Спокойно. Надо ее, в общем, как вы понимаете, бить, пока она пытается сотрясать землю своими ручищами. Не дайте ей, во-первых, этого сделать. Прогнать ее. Ой-ой-ой. Эй, какого... Чё ты не ушла-то отсюда? Ты зажала меня в угол. Пошла отсюда. Надо ее до самого верха догнать. Ой-ой, прыжок. Я по привычке кладу на те кнопки пальцы, которые у меня задействованы в эмуляторах, а нельзя так делать. Вот как вы мне предлагаете здесь это сделать? Ладно. Хорошо, хоть не дали. Так, теперь нам нужно на самый верх бежать. Все, сейчас откинет она все, иначе мы не поднимемся. Ага. Пошла отсюда. Нет. Ты с ума сошла? Ну ладно. И как мне теперь это сделать? По-моему, мы проиграли. Уже заведомо. Ну да, нас сейчас... Блин. Приятненько, конечно. А мы бы прошли. Сейчас уже все. Если бы не вот эта обезьяна. Мерзкая. Не было тебя в мультике. Иди отсюда. Ничего не знаю. Ты была в Маугли. Возвращайся, где ты была. У меня сразу щека зачесалась, нос зачесался. Так, ладно, все, стоим здесь, она сейчас
Раз. Да ёмлы-палы. А! Хакуна Матата. Ладно, не получилось. Прыжок все-таки иногда подводит. Он как-то игра не реагирует. У меня что на Сеге такая проблема была, что здесь. Ну да, ладно. О, нет, 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 нет. Сейчас забираемся. Все, сейчас, сейчас. А, та-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 
Все, ушла. Да это ж боже. Нет, стоп. О, все, она начала кидаться. Мы вошли в зону действия, так сказать. Нет, зря, зря, зря. Сейчас. Пошла отсюда. Пошла отсюда. Все, мы победили. Goodbye. Все замечательно. Все, у нас Симба теперь большой. Он теперь умеет вот так делать. И рычит он теперь намного более круто. Хотя кто-то говорил, что он рычит так, как будто он рыгает. Ну, я не знаю, это, по-моему, кто насколько испорчен. А, в общем, надо вспомнить немножко. Здесь есть свой нюанс с Симбочкой, с нашим. Он умеет теперь переворачивать врагов. Сейчас мы попробуем это сделать. Нет, не получилось. Как же он это делает? Как-то это надо делать так, когда вот они в таком состоянии. То есть подбегать и как-то их... Может быть, у меня просто не получилось, потому что... По-моему, их именно вот как раньше Симба делал подкаты. Вот эти вот, да, кувырки. Точно так же теперь он может... перекидывать через себя врагов. Ой, с этим управлением. Ой-ой-ой. Дикое управление, дикое просто. Devil May Cry не снилось. Эй! Мартыха, ты вообще? Хе-хе-хе, я помню, что здесь секрет. А-а-а-а-а. Секретик есть. Да что ж такое-то? Не долетаем вечно. Так, ладно, сейчас вторая попытка. Зато скинули обезьяну, хорошо. Это, кстати, тот самый уровень, помните, где Симба убежал от трафики? И сейчас он бежит сквозь джунгли, и ему скоро должен явиться отец, и сейчас будет очень долгая битва. Происходит она примерно так. А вот и Рафики. Все, она открыла нам проход, сейчас мы только сюда сперва сходим. Я, правда, не помню, зачем. Мне почему-то казалось то, что здесь... Будет жизнь какая-нибудь. Ну да ладно. О, я помню. Нет, стоп, я не помню. Это не тот момент. Значит, сделаем вот так, хорошо. Здесь просто за нами тоже камни будут летать. В общем, не всегда по нашей воле. Тут-то как бы мы сами все сделали. Ай-яй. Не, надо наверх, надо наверх. Да я лопала. Ой-ой, видите солнышко, да? Вот. Вниз, Симба. А. Так, подожди. Сперва вот так. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну все, я застряла, да? Да? Почему ты не прыгаешь? Симба? 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 Только не с начала уровня. Блин. Где мы начнем? Ну вот, расстраивают такие моменты, конечно. О боже, сначала... Давайте лучше вот так сделаем, чтобы не растягивать ТСИ процесс. А то мне эти жизньки все очень пригодятся. Конечно, если бы я играла на Денди, такого бы не было. Но, благо, я играю сейчас не на Денди, могу позволить. Так.
На Денди я уже в свое время все отыграла, и все. Я прошла свой курс молодого бойца, мне можно. Ай-яй-яй. Слушайте, вы обалдели, макаки. Мелкие, маленькие. Обалдевшие животные. Да что ж ты делаешь-то, а? Нет, стоп. Вот-вот-вот. Мне нужно подлечиться бы, конечно. Мне еще надо, кстати, вспомнить, как вот этих вот перекидывать, потому что мне это в будущем пригодится, когда мы будем со Скаром драться. Но не получается. Пока что. Сейчас, ладно, сообразим. Может быть и нет. Ладно, я как думал, когда к Скару дело подойдет, там разберемся. Потому что у меня в прошлый раз, вот когда я вот эти два часа записывала, бестолково. У меня примерно такая же ситуация была. Просто бежим. Уху! Ой-ой! Откуда ты взялась-то тут? Я помню, я тебя видела, я тебя даже задела немножко. Снизу, когда мы бегали. Если это ты была, конечно. Шла отсюда. Ладно, нормально. Так, мне надо вот этот камень скинуть. Все, пошел. Взяли разгон. Слишком много взяли. Так. Меня расстраивают такие вещи. Так, мы почти пришли. К слову говоря. Ай-яй-яй, что? Почему ты не можешь ударить и зацепиться? По-моему, следующий, кстати. Нет, нифига не следующий. Какой же из этих? По-моему, предпоследний уровень. Самый страшный, самый кошмарный вообще. Такой красный, там, вот эти вот гейзеры. Ну, кто помнит, тот знает. Ой-ой, чуть сама не прыгнула на него. А да я лопала, как ты меня попала? Мне надо прилечиться срочно. Хотя, я думаю, это последняя битва. Серьезного у меня ничего нет. Стой себе, лупи. Все, пришли. Ты должен занять свое место в круге жизни. Я бы с удовольствием, конечно. Больно не хочется мне со Скаром драться. Он меня расстраивает. Страшный лев. Еще одну штучку для жизни. Отлично. Тебе надо как-то перепрыгнуть тебя. Да. Ну, это так всегда. А, нет, это вот это. О, be prepared. Готовьтесь. Будь готов. Ой, ненавижу этот уровень. Давайте мы его оставим на следующую серию, потому что я его действительно ненавижу. Искренне. И всем сердцем. В общем, надеюсь, что эта серия вам понравилась. Если это так, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, зовите друзей. В следующей серии мы здесь будем очень долго мучиться и очень много грузиться, потому что это ужасный уровень. Просто отвратительный. Ненавижу его. Вот. В общем, что делать, вы знаете. Всем огромное спасибо за ваше внимание. С вами была Сэм. Всем удачи. Пока-пока.